Здравствуйте, я Ариф Экбал, и с вами новости на WNS. Новые детали в деле о попытке похищения Ханако Арасаки внезапно всплыли на параде повозок Даши. Если верить показаниям очевидцев, похитители неожиданно напали в самый разгар парада. Они перехватили платформу, где находилась наследница империи Арасаки. К счастью, служба безопасности Арасаки под руководством самого Юринобу Арасаки быстро напала на след похитителей и освободила Хан. Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожен. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что сразу сваливаем. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Давайте сразу к делу. Прежде чем обсуждать детали, я хочу... Вы не знали, можно ли мне... Я все знал. Вы... Как и все члены прав... Вы помогли своему брату скрыть убийство. Не притворяйся. Разумеется, мой отец не был ангелом. Юринобу считала... В жизни ему был... Родственные узы. Да, семья. Я должна была быть ее хранителем. Кажется, Юринобу получил... Юринобу поднял руку на... Я не надеюсь, что ты это поймешь. Я думал, мы будем обсуждать дела. Да, конечно. Ты принес душегуб? Держи ствол наготове. Душегуба у меня с собой нет. Мы ведь не так давно знакомы. Хочешь подстраховаться? Понимаю. Но в этом нет нужды. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я... Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Арасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блять, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись, у нас мало времени. В таком случае, что вы хотите получить от меня? Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Что уж там? Я хочу его... Не совсем. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь? Юринобу... Ханако-сама. Сугуни-сумуа. Юринобу скоро соберет за... Это хорошее. Я приведу тебя на... Дашь показания. Слушай... Помоги мне. Так себе план. Нет. Ну? Не вы первые, если что. Не исключено. Давай, пошли. Ви. А? У тебя... Бля. Кажется, лучше поторопись. Тебе нужно на воздух. Быстро. Предупреждал.
пара часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдоэндотрезин. Я привезу нас прямо в... Ага. Без помощи этой фарфоровой... В одиночку у тебя нет. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. Я ее уговорю. У нас рвемся в Арасака Таур, как бывало в... Других вариантов нет. Бестия? Ну, не знаю. Ты уверен, что она нам подойдет? С ее-то опытом, ее возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни. Все будет нормально. Заберемся в башню. Альт откроет Микоши, а потом я снесу. Блять, ты опять отрубаешься. Так что я накачал тебя бета-галоперидолом. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство... Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании, испугал Мисти до полусмерти. Скинул со стола пациента, которого я оперировал, и потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело? Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Если хочешь что-то сказать, говори. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Я знаю, Вик. Ви? Скоро начну. Нет, начинай сейчас. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотризина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или... Пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Арасака Тауэр. Иначе ничего не получится.
Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Только для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Прими лекарство и вперед. До победного. Спасибо, Вик. Обязательно. Держись тут. Удачи. Ви, я слышала... твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но несмотря на это... Он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ох, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Побыть наедине с собой? Последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, чё будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут.
Прощаться это не в моем стиле. Ну, дело твое. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверен. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Арасакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу.
Я понимаю, тяжело решить, кого из друзей послать на смерть. Поэтому хорошо, что у тебя есть друг, который уже мертв. И он был бы рад начать с тобой этот самоубийственный поход. Ты, я и Арасака Тауэр. Звучит, конечно, как припевы в песнях Керри, но я тебе обещаю, все будет заебись. А что, ты уже придумал какой-то план? План? Ты меня с бестией не перепутал? Я хочу, чтобы ты взял самый крутой ствол, какой найдешь, вошел в башню с главного входа и пробился на нижние этажи. Если Ханака не врет, Микоши находится глубоко под землей. Надо просто найти нужный лифт. Да, такой вариант мне нравится. Лучше умирать в перестрелке, с оружием в руках. Ты только что озвучил, как становятся легендой. Давай, снаряжайся и пойдем на штурм. Добро пожаловать в Арасака Тауэр. Ну что, напоминаю, что в здании запрещено проносить оружие и опасные вещества. Желаем вам хорошего дня. Перехвата на все случаи жизни. Thank you.
все лаборатории были на подземных уровнях. Ищем лифт и поехали. Сука, нам нужен ключ доступа. Надо найти главного охранника. Живым у него не должен быть при себе ключ доступа. Войска корпорации под обстрелом! Тревога! Открываю огонь! Ключ доступа. Теперь можно спуститься на лифте. Пошли. Зал сетевых операций. Похоже, отсюда можно контролировать все здание. Подключим там твою девушку и посмотрим, что она устроит. Скорее всего, внизу. Нас уже готовятся встретить по всем правилам. Раз уж нам все равно выходить, так лучше под фейерверки. Они наверняка засели в засаде. Сосредоточься, ты лучше их. Ты справишься. Тут, похоже, любят ебать в жопу без прелюдий. Готовься, Ви. Не сбавлять нажим!
Я не эксперт, но это похоже на главный сервер башни. Интересно, что будет, если мы подключим к нему альт. Ну, держись. Вступай в бой! Я не хочу умирать. Противник, вступаю в бой! Thank you.
что, я тут никаких слотов не вижу. Главный сервер, скорее всего, где-то под полом. Надо понять, как его поднять. Такое ощущение, что мы в компьютерной игре. Взломать сможешь? Сейчас проверим. Эх, Спайдер, как же тебе сейчас не хватает. А мы не вот это ищем? Надеюсь, ты не перехвалил свою бывшую. Взгляните, я грозный царь царей! Я здесь. Контроль над системой безопасности перехвачен. Враждебный персонал нейтрализован. Путь в Микоши открыт. Давай, пошли. Нетранеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Мне необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь, но вам нужно торопиться. За вами идет элитный отряд охраны. Айд! Ты здесь? Можешь открыть дверь? Смотри, не надорвись. Привет тебе от Джонни Сильверхенда. Ты издеваешься или что? Согласен с предыдущим оратором. Просто добей его. Я победил злейшего врага Джонни. Неплохо прокачался, видимо. Черт, это приятно.
видели это место во сне. В центре зала есть точка доступа. Найди ее и подключись к ней. Затем погрузись в охладитель. Я буду тебя Пойдем. Ждать. Пойдем. Осталось еще чуть-чуть. Как, но у нас получилось. Увидимся на той стороне. Пойдем же мы с тобой вперед, по улочкам, где нас под небом вечер ждет, что распластался, как под наркозом пациент. По улочкам, наполовину молчаливым, в их шуме еще живы дешевые ночлежки, где никогда не спят, и кабаки с опилками, что под ногой шуршат. Улочки, что тянутся, как роковой момент, в тоскливом споре, где твой оппонент готовится тебя сразить, задав вопрос. Только не спрашивай, какой. Уже уходим мы с тобой.
Получилось, Джонни. У меня все-таки получилось. У тебя был отличный план. И ты его выполнил. Ты клевый, Ви. О, да ладно. Ну-ка, повтори, пожалуйста. Уши надо мыть чаще, балбес. Ну, когда начнем? Ты что, до сих пор не понял? Чего? Ты о чем сейчас? Альт нас уже разделила. Она врубила душегуб, как только ты подключился к Микоши. Твоя баба времени не теряла. Я не его баба. Привет, Альт. С разделением душ мы покончили, я так понимаю. Что дальше? Мне осталось проверить контрольную сумму и устранить ошибки копирования энграммы. Подожди, ты хочешь сказать, я конструкт? Она хочет сказать, что ты теперь как я. Осталось только пересадить тебя в органическую клетку с нейронами. Погоди. Я хочу узнать, что со мной случилось. В подробностях. Я использовала душегуб, чтобы разделить вас и создать конструкт Ви. Дополнительный энергетический протокол блокировал болевые ощущения. Из энграммы не удалось устранить все изменения, вызванные смешением сознаний, но ее целостность высока. То есть ты можешь перенести его сознание обратно в мозг? Как если бы это был чистый носитель. Вы все еще собираетесь разнести Микоши? Ага. По кирпичику. А что будет с теми, кого сюда кинули? Я освобожу их и заберу с собой. Ага, давай, пизди больше. Ты их всех поглотишь и сделаешь частью своего кода. И я бы сказал, это лучшее, что могло их ждать. Значит, все кончено. Ты выполнила свое обещание. Я не приняла во внимание только один аспект. Альт, какой? При таких операциях тело – ключевой фактор. Чип реконфигурировал ДНК слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейрон. Блять, давай сразу к делу. Ты умрешь вскоре после того, как я скопирую конструкт в твое тело. Этого уже ничто не изменит. Вы договорились у меня за спиной, да? Вы не собирались оставлять меня в живых? Это что, шутка такая? Ах ты, двуличный уёбок! Ты все это время ждал, когда я наконец пойму, что ты с самого начала собирался меня наебать. Сделаю вид, что я этого не слышал. Альт, вопрос. Тело отторгнет конструкт Джонни? Нет. Они совместимы. Это его тело. Все, Альт, хватит. Нам с Ви надо поговорить. Ну, охренеть. Все было зря. Все было бесполезно. Я больше не могу. Я устал. Особенно от тебя. Круто. Значит, действуем по плану. Я ухожу с Альт в ебаное ничто, а ты забираешь тело. И куда она может тебя увести? За черный заслон. Чтобы стать ее частью. Не знаю, что это значит. И что там за черным заслоном? Если я окончательно не слечу с катушек, меня там уже никто не достанет. Может, побудешь конструктом, пока мы ищем другое решение? Другое решение требует договариваться с Арасакой. Я пас. О, блядь. Стать невнятной тенью в цифровом безвремени. Я лучше сдохну. Так
Тогда получаешь возможность забыть о теле и повседневных заботах. Начинаешь смотреть на все совсем иначе. То есть тебе остаются только воспоминания о любви, о головной боли с похмелья, о вкусе еды, о горячем виске на пляже. Нет, спасибо. Значит, возвращайся к жизни. Хотя бы на полгода. Мне казалось, жизнь не стоит того, чтобы так за нее цепляться. Она и не стоит. Нет. Присмотрись. Видишь блики из-за черного заслона? Они дают надежду. Может, это адское пламя или небесный свет? Может, так Энграмма воспринимает код? Но это путь к выживанию. Мы научились превращаться в данные, но внутри нас все еще сидит зверь. Заглушить его инстинкт выживания почти невозможно. Да. Этот зверь — часть природы человека, как и сопротивление ему. Неужели нет другого пути? Повторюсь. Джонни может забрать твое тело, а ты можешь пойти со мной. Я имел в виду не это. Разве не может быть, типа, счастливый конец для всех? Для всех? То есть и для таких, как мы? Не в этом городе. По крайней мере, у тебя есть выбор. Ты заслужил его своим упорством. Мост ведет глубже в киберпространство. И если ты перейдешь его, то навсегда утратишь связь с телом. Обратный путь к телу проходит через этот колодец. Альт, скажи, что бы ты сделала на моем месте? Ты должен пойти со мной. Расскажи хоть, что меня там ждет. Я стану прямо как ты? Я была Нетранером. Я знала, как выживать. Ты не похож на меня. За черным заслоном много опасностей. Но лучше погибнуть, как вольный дух, чем умереть в обреченном теле. Не делай этого, Ви. Воплотится твой самый жуткий кошмар. Сеть изменит тебе. Ты перестанешь быть собой. А ты? Я сделал первый шаг к этому уже давным-давно. Мне будет легче справиться. Мы договорились. Я сказал, что тело должно остаться тебе. Но я не могу. Не могу. Извини. Да ладно, не извиняйся. Мы с тобой давно знали, как все сложится. Хватит, прекрати пороть херню. Только если ты прекратишь извиняться через слово. Сука, я собираюсь одним ударом прикончить друга и разорвать свою душу пополам. Ты даже не представляешь, что я чувствую. Как знакомо. Где-то мы с тобой это уже слышали, правда, Ви? Я останусь с тобой. Хочешь ты того или нет? Твою мать, ты даже не пытаешься защищаться! Знаешь, ты научил меня, что не надо каждый раз рвать жопу. Нужно копить силы, чтобы однажды сделать большой бум.
Вход заказан. Говорят, там самые дорогие казино.